Как это ни печально, история имеет тенденцию повторяться. Примеры этому можно найти в каждой эпохе, от инквизиции до современных событий. Вот несколько историй, которые показывают, как преследование истины и инакомыслия повторяется снова и снова. Вспомним Средневековье. Инквизиция объявляла ересью все, что не вписывалось в догмы. Люди, имевшие смелость выражать свои мысли, подвергались жестоким репрессиям. И главными гонителями были религиозные лидеры, а не правители. В XX веке мир пережил один из самых трагичных периодов – Холокост. Ужасы геноцида поддерживали не только политики, но и идеологи, такие как Вальтер Кюнет из протестантской церкви. Если вы хотите глубже понять эти события, обратите внимание на фильм «Воздействие», который приоткрывает завесу над тем временем. А что происходит сейчас? В России начались гонения на движение «АЛЛАТРА», организация, целью которой является климатическая безопасность, привлекла внимание и вызвала недовольство Русской Православной Церкви. Организация РАЦИРС под руководством Александра Дворкина начала агрессивную кампанию против движения. Не напоминает ли все это печальные страницы истории, когда за свободу мыслей людей просто уничтожали?